Такс, у нас сегодня есть одно задание, которое открывается за счет... Вот она, спрятанная гробница. Если вы соберете на карте все страницы с мемуарами. Ну, у меня все страницы собраны, поэтому давайте выполним его. Сперва добраться, конечно. Ай, блин, сейчас миллиард лет отбегать я, наверное... Здание, перепрыгну быстрее, чем оббегу его. Короче. Еще ниже. Взаимодействовать. Вот это задание, по-моему, никогда не проходил, потому что никогда не собирал страниц мемуаров. Ну, хоть посмотрим, что это такое. Может, там сокровищница? Но задание отмечено значком тамплиеров. Так что, может быть там что-то сюжетно интересное будет. Пройдите уровень в течение 6 минут. Да идите вы к черту, я не смогу так быстро. А как же полюбоваться тем, что внутри? Старый добрый паркур с неудобной камерой. Смотрите Айя Софию. Да, слушайте, здоровый такой храмчик. А во второй части, по-моему, было аналогично. Но подозреваю, нам на самый верх надо залезть. Так, ну тонко намекают, с чего надо начать. Смотри, это обвалится какая-нибудь люстра однажды. Так, чекпоинт. Там сундук какой-то, ну, скрывать не будем. Быстро оглядеться, куда нам. Здесь куда? Наверх? Угу. Камера, я вижу, куда надо скакать. Не надо мне подсказывать.
Так, а вот здесь куда? Сюда. Так, не смотреть вниз. Не смотреть вниз. Посмотрите, как высоко здесь. Страшно, капец. Ну, предсказуемо, что отсюда придется прыгать. Я бы не спрыгнул, я бы не осмелился. К тому же можно разбиться с такой высоты. Скройте гробницу ассасина. А, все-таки ассасинская гробница? А значок почему-то тамплиерский был. Ну, черепок узнается, и могилка тоже такая же, как во второй части. Могилка, гробик. И что же ты там достал? А, смотрите, как интересно. Доспехи. Ну, священная мудрость. Дали ачивку. Дурацкие какие-то доспехи выглядят ни о чемски. Ну ладно. Как и уж есть. Во время роликов, кстати говоря, вот эта маска будет пропадать. Да и к тому же, по большей части, мы не видим лица главного героя, поэтому... Я думаю, мы не так уж и много потеряем. Вот эти доспехи, по-моему, к слову, не ломаются вообще. Так, что по времени? Времени еще до хера. Поэтому давайте, наверное, еще один ключ Масиафа достанем. Нравится поэма? А кто были те люди, которых он отправил в ад? Политические противники. Враги. Алигьери бьет точно в цель, да? Си. Очень тонкий способ отомстить. Эцио, я еду в Адрианополь посмотреть новый печатный станок. Это интересно. Поезжай. Это почти в неделе пути верхом отсюда. И ехать одной. Прыгу. Извините, у вас, наверное, дела. София, я бы с радостью поехал с вами, но времени совсем нет. Да, ни у кого из нас. Ну, я попробую решить последнюю головоломку. Но у меня есть одно дело. До завтра подождите. А что вам нужно? Глупость, но мне нужны свежие цветы. Белые тюльпаны. Я достану для вас цветы. Не сун проблема. Уверены? Да, заодно и развеюсь. Бене, встретимся в парке к востоку от Айя Софии.
Вы мне цветы, я вам информацию. Честно, почти. София, как хитро, начинает клеить Эцио. Тут печатный станок новый вышел, целую неделю верхом, одной в дороге будет скучно. Но раз ты не можешь поехать, ну, сделай для меня одно поручение, подари мне цветы. София. Арика, отчаянно. И что? Да. И она еще даже сказала, какие цветы подари. Беленькие. Похоже, вы ищете, на что потратиться. Что вам нужно, друг мой? Тюльпаны. Белые, если есть. А, тюльпаны! Простите, только закончились. Может, что-то еще? Нет-нет, больше ничего. Ну ладно. Я знаю, где взять свежих тюльпанов. Вы подождите меня тут, а я вернусь через час, ну, максимум два. Я не могу ждать час. Вон там наверху что-то есть. Надо достать. Интересно. Интересно. Най-най-най, ты меня не видишь. Какой-то мутный тип, не находите? Кривой, косой. Эх. Ух, слава богу. Игра немного зависла, я испугался, блин, запись сейчас покрашится. Но нет, все под контролем. Ах, зря перебежал, ну ладно. Я тебя достану. Эцио, почему ты идешь за ним? Если он сказал, что вернется через час, максимум два, а ты не можешь ждать час, откуда тебе знать, что он эти часы только на дорогу не потратит? Здоровье восстановим. Ну, предсказуемо, что здесь были тюльпаны. Сорвите три белых тюльпана. Тюльпаны, красивые цветы. Обратите внимание, что на время срыва тюльпанов у этого пропадает маска. Хорошо, что эту маску убирают во время касцены. Эта маска мне просто не нравится. Была бы возможность, снял бы ее с удовольствием. Ну, она часть доспехов.
Блин, люблю нож-крюк. Очень удобная штука. Да кидайся прямо в сено. О, вы посмотрите, прямо расстелило. Что это? Подарок. Кибелли, грация. Я три тюльпана сорвал, а не пять. Спасибо, что дали мне поучаствовать в вашем расследовании. В этом деле любая помощь просто бесценна. Вы так загадочны, Эцио Аудиторе. Ми диспьяче. Я не специально. Нет. Аффасинанте. Сэмбро сквизито. Угощайтесь. Как там последний шифр? А, шифр, си. Я давно разобрала его. Вы скоро его получите. Ну, вам решила не отдавать. Как хитро София сделала, а? Посмотрите. На Эцио Аудиторе не действует гравитация. Так, далеко идти? Где он? Вроде бы я... Не, на мини-карте отображается. Может, этот значок спрятан за другим значком? А, это я просто слепой. Нам сюда. Опять на верхотуру. Так-с, ну и где же ты? Вон там? Не-а. Ну что же, нам туда. Достаньте книгу. Так, надо как-то залезть наверх. Легко. Здесь маска не снимается. Почему-то, хотя должна по логике вещей. И теперь еще нам в убежище, по-моему, надо все равно. Чуть не разбился. Такое поведение недопустимо. Ну где же значок? А, вон уж куда. Воспоминания Софии. О, каюшки. Полетели туда. А где София? Вот оно как.
Достаньте ключ Масиафа, не упав в воду. Я готов. Слушайте, довольно жутковато выглядит это место. А здесь ничего нету. Ассасинский значок. Найдите способ попасть в подвал башни. Любопытно. И на время, да, на время туда надо добраться. Ох, из-за камеры могу упасть в воду. Да, слушайте, конструкции, которые достойны уважения. Так, все продумали. Так, не упасть в воду. Не упасть в воду. А как? А куда? Вот сюда. Не в ту сторону побежал. Но направление мысли было верно. Блин, слушайте, вот эти дополнительные задания, наверное, даже интереснее выполнять, чем сам сюжет. Куда теперь? Ugh.
Ну, вроде бы не так уж и сложно, да? Просто ногой уже подпирается. Приятно то, что камера подсказывает, куда надо прыгать. Но было бы еще лучше, если бы она не мешала бы паркурить. Давай же. Сейчас еще не хватало того, чтобы я не успел. Давай, работай. Прямо все-таки прыгать. Угу. Куда дальше? Вниз? Или все-таки где-то я напортачил, да? О, нет, там вода! Нет, нет, нет! Это все воспоминания заново. Но я же не упал в воду, вы же видели, я крюком зацепился. Ой, господи, такой бред. Ну ладно. Там просто не совсем было понятно, куда прыгать. Блин, вот здесь вот камера прямо навязчиво показывает, куда. А вот там камера не подсказывает. И вот, додумайся сам. Может, я, конечно, был слепым и не увидел, куда, но... Блин, ну вот сейчас было очень обидно. Вот я здесь. Куда? Туда на самом деле и не надо было. А, блин, зафейлиться в самом конце. Как же обидно.
Добыто 5 из 4 ключей Масиафа. Чё, вниз? Так, что по времени? Я, кстати говоря, себе таймер не сделал на сегодня. Просто сегодня столько событий. Две гробницы посетили. Давайте, наверное, все-таки пройдем воспоминания Альтаира, как положено. И потом уже дальше пойдем по сюжету. Ну-с, начнем. Блин, подумайте только, у нас уже в руках... 4 ключа, а у тамплиеров до сих пор один. Блин, доспех такой дурацкий, выглядит по-дурацки, но зато они не ломаются. Говорят, во сне он кричит и все время зовет отца. Аббас, как же он жалок. Но это не нам судить. Отчего же? Если мастер тронулся умом, я хочу знать. Тш. Вечер добрый. У воды. Присядь. Вот. Спасибо. Зачем ты пришел, старик? Аббас заслуживает жалости, а не насмешек. Он прожил жизнь сиротой и стыдился своей семьи. Он жаждет силы и власти, ибо не имеет их. Он наш наставник. Он не предал нас, как Аль-Муалим и Альтаир. Чушь. Альтаир не был предателем. Он был изгнан, бедняга. Это вы? Я слышал сплетни, но я не верил им. Я бы хотел поговорить с Аббасом. Прошло уже столько лет. Не выйдет. Фидаина Аббаса не пустят нас в его замок. Настоящих ассасинов тут меньше половины. С чего же мне начать? С нас. Не убивайте никого, кроме Аббаса и капитанов. Ты говоришь, они жестоки. Кто-нибудь из них поднимал руку на невинного? Увы, да. Жестокость этим людям в радость. Тогда они умрут, потому что предали орден. Но тех, кто не забыл кредо, надо пощадить. Доверься нам. Про Аббаса и его кошмары? Нет. Убейте капитана Аббаса, не привлекая внимания других стариков. Говорят, внизу. Не успел прочитать. Какой-то старый ассасин спас жизнь торговцу. И сражался он спрятанным клинком. Все, сплетни. Вранье, небось. Но все равно Аббасу лучше не говорить. Он же параноик. Привет. Пали отсюда! Убейте следующего капитана. Альтаир здесь? В деревне? Как можно было так опозориться? Скорее! Ассасины, все. Ко мне! Уже никак. Силы уже не те, да? Видели? Ассасин исчез. Блин, Альтаир видит галлюцинации.
Учитель! С приездом. Тихо! Мы не хотим его смерти. Сюда! Бей предателей! Оу, по голова. Без этого артефакта ты никто. Никто! Жалкое ничтожество. Следуйте. Ничего себе. И не проливайте зря кровь. Альтаир, блин, накинулся по-молодецки как на него. О, не, вы знаете, я не залезу туда. Давайте уж сами как-нибудь. Молодым. Хочешь еще немного поболтать, да? Смерть! Альтаир, 20 лет прошло с тех пор, как ты покинул нас. Сейчас нам особенно нужна твоя мудрость. Показывали его как цель, которую можно убить. Не дай бог еще в спину ударят. Блин, мне бы хотелось подраться Альтаиром вот стареньким. Двумя стыкрытыми клинками. Сейчас же! Чего вы ждете? Глупцы! Он околдовал вас! Наш наставник вернулся! Мое почтение, наставник. Здесь никого убивать. За тебя! И за орден! Нахера дают тогда пользоваться ассасинами, если... Альтаир! С возвращением! Клинок! Мир вам, наставник! Вот так вот надо на самом деле действовать. Альтаир! С возвращением, наставник! Всегда честь, наставник! Альтаир! Умри! До победы до конца, наставник. Полная синхронизация уже все равно, ну, не достигнута, поэтому. Здравствуй, учитель. Наставник. Отзови своих людей. Нет! Я защищаю Васиан! Ты бы поступил так же! Ты осквернил все наши идеалы и растерял все, что у нас было. Ты все принес в жертву на алтарь своей злобы. А ты потратил многие годы, пялись в это яблоко и мечтая о собственной славе. Это правда, Аббас. Яблоко поведало мне о многом, о жизни и смерти, о прошлом и будущем. Я покажу тебе. Бам! Они явно такого не ожидали. Я не смогу простить тебя, Альтаир, за ложь о моей семье и об отце, за унижение, что я вынес. Это не ложь, Аббас. Мне было 10, когда твой отец пришел ко мне. Он рыдал. Умолял простить его за то, что он предал мою семью. Он перерезал себе горло. Он умирал прямо у моих ног. Я никогда этого не забуду. Нет!
Но он не был трусом, Аббас. Он вернул себе доброе имя. Надеюсь, за этой жизнью будет другая. Я увижу его и узнаю о его последнем дне. Когда же придет твой час, мы найдем тебя. И тогда сомнений не будет. Даже уже стариком он пытался сделать все, чтобы сохранить братство. В юности я бы назвал его упрямцем. Сейчас же я восхищаюсь его смелостью. Ассасины были всей его жизнью, от начала и до конца. Другой у него не было.